Всем привет! Совсем недавно я показывал видео, где можно заработать деньги, просто тупо играя в телефоне, но вывести деньги можно только на PayPal. У многих PayPal нету, поэтому в комментариях я увидел кучу вот таких вот сообщений. Я вас услышал, и сегодняшнее видео как раз подготовил для вас приложение, через которое вы сможете вывести деньги прямо на номер телефона, на вашу карточку, на Kiwi там и так далее. Все как вы любите, ничего не нужно будет делать, просто деньги будут вам капать вообще на расслабоне. Перед тем, как мы начнем, друзья, поставьте лайк, поддержите это видео, напишите в комментарии какой-нибудь хороший. И, кстати, напишите, что вы еще хотите видеть, потому что я, как вы видите, к вам прислушиваюсь. Сегодняшнее приложение проверенное, деньги выводятся, все работает, все шикарно, официально, все круто. Сами разработчики русские, так что никаких проблем нет. Итак, давайте приступим. Значит, откуда скачать? Я покажу вам чуточку позже, друзья. Давайте сперва посмотрим на само приложение. Итак, вдруг оно вам не понравится и вы не захотите скачать. Правильно, зачем мне сразу же показывать само приложение, откуда его скачать? Итак, приложение называется Mandarin. Вот так вот оно выглядит. Значит, мы запускаем это приложение. Нас встречает вот такое вот меню. Это главное меню приложения. Вас встретит при первой установке немного другое меню. У вас сразу же там потребуется регистрация и ввести ваши платежные реквизиты. Имейте в виду, что введя реквизиты один раз, их изменить будет нельзя. Поэтому напишите точно, внимательно. Смотрите, чтобы никаких ошибок не было. Как вы видите, можно вывести на карту, на номер, просто на телефон, СПБ переводы, Яндекс.Деньги и WebMoney. То есть никакого PayPal там и так далее. Все очень просто, здесь зарабатываются деньги следующим образом. Как только вы, кстати, накапливаете, здесь у вас пишется там какая-то сумма, нажимаем вывод, выбираем, куда мы хотим вывести и выводим. Как здесь зарабатываются деньги? Каждый из нас каждый день ходит в магазин. Просто тупо берете, сканируете чек, нажмите на фиолетовую кнопку, вот сюда нажимаем, и мы с вами сканируем чек из магазина и получаем кэшбэк. Кэшбэк сразу же идет в виде денег и начисляется вам на баланс. Также, видите, здесь вот есть мандаринки. Эти мандаринки тоже мы меняем на деньги. В первом пункте у нас по приглашению друзей. Конечно же, я вам посоветую зарегистрироваться. То есть, когда вы будете регистрироваться, введете мой код, который я напишу в описании под видео. И сейчас будет на экране. Потому что вы будете получать 25% моего дохода. Ну, а я вашего, то есть мы будем делиться с вами, если я заработал там, не знаю, 1000 рублей, ну, 25 идет вам, то есть всем выгодно, как говорится. Итак, спускаемся ниже, играйте в игры. Играя в игры, мы тоже можем зарабатывать мандаринки, которые мы меняем с вами на деньги. Здесь есть 5 видов игр, приложение часто обновляется, добавляются всякие интересные фишки. Пока что 5 игр. Значит, первое у нас это елочка. Как здесь зарабатывается? Нажимаем заглянуть под елку. И ждем. Закрываем рекламу. Все, для нас нашли подарок. 9 мандаринов. Они сразу же зачислились нам на баланс. Эти мандарины мы потом меняем на деньги. Давайте выйдем, зайдем в другую игру. Некоторые меня спрашивают, а как приложение зарабатывать? То есть как разработчик зарабатывает, что он людям дает деньги? Ну все очень просто. Вот когда мы нажимаем с вами, например, орел или решка, выберите. Ну мне кажется, решка, да? Окей, я выбрал. И посмотрим, что будет. Показывает, смотрите, я все победил, мне 2 мандарина плюс. Отлично. Давайте еще раз, например. Орел. Так, закрываем рекламу. Кстати, вот, показывается в приложении реклама. Собственно, за вот эти вот шиши, что разработчик получает с рекламы, он делится с нами, с пользователями. Все, я опять победил, плюс 6 мандаринов получил. Следующая игра, сундук. Ваша задача выбрать сундук, в котором находится сокровище. Мандарины за правильный выбор. Ну, давайте тоже покажу, выбираем какой-нибудь сундук. Не повезло, попробуйте еще раз. Все, отлично, я выиграл 6 мандаринов. Как вы видите, выиграть здесь на самом деле очень легко. Выходим, и у нас следующее, угадай число. Угадываем число,
Например, не знаю, там, тройка. Проверить. Ура, я угадал, плюс 10 мандаринов. Но таким вот образом мы с вами зарабатываем монеты. Самое лайтовое — это «Испытай удачу» называется. Мы здесь просто вращаем. Вот смотрите, у меня 70-84. Сейчас, я выиграл 200 мандаринов, 7284. Вот таким вот образом, здесь, кстати, если у вас закончились вращения, их можно здесь заработать. Нажимаем «Получить часть билета». Показывается реклама, которую мы с вами очень легко отключаем. 10 частей, нам даются вот эти вот тикеты, не знаю, какие, билеты, которые мы меняем на мандарины. И что самое крутое, здесь можно, знаете, что сделать? Автокликер. Вот я его скачал. Вот, автокликер. Я его запускаю и делаю так, что он сам нажимает сюда. О боже, чуть телефон не упал. Потом сюда. Ждет там 12 секунд. Снова нажимает, снова выключает. Ну и так вот, вот делает. Если вдруг у вас реклама появляется в разных местах, то что мы с вами делаем? Мы идем с вами в настройки. Настройки, но говорю сразу, ребят, автокликером лучше много не баловаться. Идем в настройки, находим Google. Так. Здесь мы находим реклама. И мы просто сброс делаем. И все. У нас реклама будет показываться всегда в одном месте. Ну что ж, я видео, наверное, уже затянул. Таким вот образом мы зарабатываем мандарины. Мандарины меняем на рубли. Рубли мы с вами выводим. Все очень просто. 10 тысяч мандаринов — это 10 рублей. Нажали вывод и вывели. Также, смотрите, общаться в чате. То есть разработчики ни в коем случае не скрываются там от кого-то. И это не кидалово какое-то, да, и так далее. Нажали перейти в чат, и вы будете общаться с теми людьми, которые тоже пользуются. Вот, пожалуйста, мы ВКонтакте. Заходим в ВК. У них своя группа здесь. Мы здесь общаемся с другими, смотрим, какие у них тут конкурсы идут и так далее. Ну и люди тут часто отписываются, кто сколько получил, какие там лайтовые моменты нашел, как можно больше зарабатывать и так далее. Теперь, друзья, давайте расскажу, где его скачать. Значит, мы с вами идем в описании под видео. Если в описании ссылка почему-то не работает, мы с вами идем в Telegram. В Телеграме здесь есть кнопочка поиска, и здесь мы с вами вводим Smart Hacking. Вот так вот мы пишем и переходим на канал, где более 300 тысяч подписчиков. Вот так вот это выглядит. Значит, мы с вами попадаем ко мне на канал, там внизу будет кнопка присоединиться. Здесь я выкладываю разные взломанные программы. И вот приложение Мандарин для заработка тоже здесь. Итак, внизу нажали кнопку присоединиться, три точки, поиск, в поиск вводим мандарин. Точно так же, как вот вы сейчас увидите на экране вот здесь. Вот пишем точно так же, жмем поиск, и вы увидите это приложение. Сейчас вы его не видите, а знаете почему? Потому что я его пока не опубликовал. Я его опубликую только тогда, когда я выпущу это видео на YouTube. Так что, друзья, пробуйте, зарабатывайте, отписывайтесь в комментариях. Что еще снять, какие интересные программы, может быть, вы знаете. Пишите ваше мнение в комментариях. Я ж всех обнял. Всем спасибо. Пока.